Задержанный водитель самосвала, наехавшего на колонну военных автобусов в Московской области, не признает вину. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Участник аварии считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны. ДТП произошло в понедельник днем на трассе М9. В результате аварии погибли 4 человека, десятки пострадали. Все доставлены в медицинские учреждения и всем оказана медицинская помощь. Основная группа пострадавших перевезена в Москву в госпиталь Вишневского. На лечении остаются более 40 военнослужащих. 16 из них находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело.